Итак, друзья, если у вас есть отрывной календарик, то в любом случае там должна была быть пометочка 22 июля. Это крайний последний розыгрыш года бесплатных покупок от Красного Яра и Батона. И сегодня 22 июля. Мы в эфире, друзья, давайте мы приветствуем вас, а вы приветствуете нас. У меня в гостях Виктор Бахов, специалист высочайшего класса, собственно, тот человек, который все это придумал. Можно же так сказать? Ну, в том числе, да. Ну, в том числе, да. Здравствуйте. Виктор, приветствую вас. Первый вопрос. Вот из тех людей, которые у нас уже получали подарки, реально их кто-то получил? Пока со всеми связались, всех обзвонили. Ну, так как у нас сейчас удаленная ситуация, да, мы будем отправлять специальных курьеров, курьеров счастья, с тортами, со всеми делами. Вот, в общем, ну, пока там начали первых, скажем так, счастливчиков осчастливливать, но еще не всех. Ну, награда найдет героя. Сегодня все традиционно. Два победителя, два чека из Красного Яра, да? Два чека из сети дискаунтеров Батон. Друзья, быстро, коротко о главном. Значит, достаю чек, отдаю Виктору. Виктор смотрит, все ли правильно заполнено. Если все окей, отдает мне, я набираю телефон. Дозвонился или не дозвонился. В общем, если не дозваниваюсь, если абонент занят, если абонент недоступен, неважно, если человек просто не берет трубку, я в любом случае набираю его 3 раза. Ну, в общем-то, и все. Да, все. Все верно. Я желаю всем вам, всем, друзья, удачи. Пускай вам повезет. Ну, начнем с Красного Яра, да, уже? Да, давайте традиционно. По традиции. По традиции начнем с Красного Яра. Вы, главное, следите, чтобы чеки не выпали, потому что однажды уже такое было, когда я перестарался. Вот, выпали два чека, Максим. Выпали два чека, Максим. Выпали два чека? Да. Так, даже вот. Три. Даже три. Да, вот, давайте, ребят, аккуратненько. На всякий случай, может быть, показать, что они выпали, что я их не с пола достал. Вот, вот, да. Вот первый, вот второй, и вот, 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 вот третий. Все, я их сюда бросаю обратно, ребята. Да. Нервничаю. Нормально. Да, уже и годы, что говорить. Все, я думаю, хватит. И берем, ну, например, вот этот чек. Аккуратненько так сложен, пожалуйста. Да, давайте покажем на камеру, что это не просто Филькина грамота, настоящий чек. Ага. Условия акции выполнены. Все, все нормально. Хорошо. Так, последние 4 цифры этого номера, который принадлежит Татьяне, 7790. Набираем. Все у нас как обычно. Надеюсь, Татьяна будет с нами 7790 на связи. Гудок пошел. Ну, Татьяна. Алло. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим Любимов, я ведущий телеканала «Прима». Рядом со мной директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» дискаунтеров «Батон». И мы вместе с Виктором Баховым хотим поздравить вас с тем, что вы только что выиграли год бесплатных покупок. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Обыденная ситуация, собственно. Татьяна, ну вы понимаете, что это не розыгрыш, это вот по-настоящему? Ну, честно, пока нет. А, то есть вы все-таки думаете, что где-то вы свой номер оставили на каком-то сайте знакомства, да. Вам сейчас звонят мошенники. Ну, Татьяна, 300 рублей нам вышлите на карту Сбербанка, и мы с вами поговорим. Шутка. Танечка, мы вас поздравляем от всей души. Вот спасибо. Ваш чек. В чеке есть напиток йогуртный, чай, мороженое. Покупали? Покупала. Это все принесло вам победу. Чек ваш победоносный я отдаю Виктору. Он, собственно, с вами потом уже и свяжется после эфира. Поздравляем. Хорошо, спасибо. Все. Так, второй. Второй. Поехали. Да. Давайте, ребятки. Давайте. Помешаем. Я всегда вот как-то... Это с глубины сейчас. Ближе к середине, вот. Да. Я вот думаю, может быть, вот где-то вот... Вот отсюда возьмем. Давайте. Вот отсюда. Прям вот прям с самого-самого дна, если можно так сказать. Да, ребят, сразу показываю вам. Все. Увидели? Пожалуйста. Все ли у нас правильно? Да, вполне. Так. Номер с последними цифрами. Так, подождите. 13.93, как вы ну, думаете? Ну, похоже, да, на это. В общем, Леонид, надеюсь, вы доступны.
13.93. Гудок пошел. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Человек доступен. Так, это уже радует. И надеюсь, все-таки это 13. Слушай. Леонид? Да. Здравствуйте. Меня зовут Максим Любимов. Это прямой эфир телеканала «Прима». Рядом со мной стоит Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и «Батон». И мы вас поздравляем с тем, что вы выиграли год бесплатных покупок. Ой, прекрасно. Прекрасно, вы прям, но вы не ждали, не верили, или прям сидели и думали, ну может мне хоть в последний раз повезет? Это неожиданная новость, совершенно неожиданная. Неожиданно. Вы сейчас дома находитесь? Да, я сейчас дома и минут через 15 собираюсь. Леонид, вы в курсе, что нельзя есть столько мармелада и столько пряников, Леонид? А это не только я ем. Ну ладно, тут хоть колбаса есть с пармезаном, уже неплохо. Леонид, представляете, вы целый год будете... Это получается две семьи. А, вот так, на две семьи живете? Хорошо. Но вы целый год будете всеми двумя семьями, либо разрываясь между ними, ходить бесплатно и в Красный Яр, и в Батон. Да. Хоть куда. Можно, да, тратить. Вы представляете? Да, это великолепная новость. Все, никому не рассказывайте. Лучше, знаете, чтобы вот себе все оставьте, а две семьи там как-нибудь перебьются. Все-таки столько пармезана можно набрать, Виктор. Я вам чек передаю. Леонид, вам большое спасибо за то, что вы нам ответили, и за то, что вы по-настоящему порадовались за самого себя. Настало время тех, кто делал покупки в Батоне. Да, в дискаунтерах Батон. А вы, кстати, вот, ну, вели какую-то статистику примерную хотя бы, ну, чтобы понимать, допустим, сколько людей ходит в Красный Яр, а сколько в Батон? Не, ну, конечно, вели. У нас всего в акции приняло участие 120 тысяч чеков. И они сейчас все здесь. Ну, нет, это же у нас третий уже раунд, скажем так. Но соотношение чеков примерно 60 на 40. То есть, ну, в общем, так. 50-50, практически, да. Так, здесь все традиционно, перемешиваем. Да, еще два победителя. Еще два победителя, дозваниваемся. Ну, я надеюсь, что все пройдет так же гладко и, в общем-то, без проблем. Я на всякий случай, может быть, покажите, я же сегодня в пиджаке надел этот пиджак, а сейчас думаю, зачем же я его напялил? Ведь подумают, что я там что-нибудь спрятал. Ребят, ничего нет. Вот, ну, все как есть по-настоящему. Все, не смотрю в камеру, не смотрю сюда, в нашу огромную емкость с этими чеками. Господи, как их много. Возьму, наверное, вот... Ух, как! Хочу до дна достать, попытаться хотя бы разочек. Ну, я надеюсь, у меня это получится. Меня засосала опасная трясина. Сейчас, секунду. Вот. Самого-самого низа. Фу. Так, ребятки, смотрим сюда. Вот он, наш прекрасный чек. Все ли хорошо? Ну, кроме того, что вряд ли мы разберем фамилию. Ну, там я же хотя бы не зря его доставал, да? Все остальные условия акции выполнены. Так, ладно. Фамилию мы, ну, действительно, не разберем. Инициалы тоже с трудом читаются. Но, в общем, предположим, АД. Видимо, врач. Видимо, врач, кстати, вполне возможно. Так. Вот это вот что за цифра? Я думаю, это 8. 8? 8672. 672. Угу. 8672. Я надеюсь. Ну, должен быть мужчина. На гласную заканчивается фамилия. Если на гласную заканчивается, значит мужчина. Вроде бы. Так, в школе. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Максим Любимов. Это прямой эфир телеканала «Прима». Скажите, пожалуйста, я разговариваю с кем-то, чье именно начинается на «А»? Не-не-не. Так, а фамилия ваша, если не секрет? Я сейчас работаю. Подождите, не кладите трубку, стойте. Давайте по-другому. Скажите, пожалуйста, вы ходили недавно в дискаунтер «Батон», что-то покупали и приняли участие в розыгрыше «Год бесплатных покупок»? Не-не-не. Это не вы? Нет. Ну, черный чай, голень цыпленка покупали?
Нет, по-моему. Но вы не пугайтесь, я не с наездом, я просто спрашиваю, потому что дело в том, что сейчас некто по фамилии, которая начинается на букву М, Мир, ну, я не могу... Мирза Охмедов, я. Это вы? Да, да, да. А зовут вас? Мансур. Ну это что, это буква М, что ли? Да. Видимо. Хорошо, вы ходили в Батон? Магазин такой, Батон. Может быть, я сейчас не знаю. Ну, давайте как-то по-другому. Давайте начнем с того, что 4 июля. Сложно вспомнить, я понимаю. Но вы любите саянские конфеты? Мороженое простоквашино? Мороженое купил, чай купил. Яйцо куриное? Да, может. Шоколад темный любите или молочный предпочитаете? Шоколад я купил, по-моему, да. Как мне понять, что это вы? Ну ладно, ну фамилия на М. Мы да, вроде да. На 98672 последние цифры вашего номера, да? Это что? Это какой прямой цифры? Эфир. Мы сейчас с вами в прямом эфире на телеканале «Прима». И мы с вами сейчас разговариваем в прямом эфире. Весь город вас слышит, но видит только меня. А рядом со мной стоит директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и «Батон». Зовут его Виктор Бахов. И мы все вместе смотрим на ваш чек, который вы заполнили своим почерком прекрасным. Написали свою фамилию, инициалы, номер телефона, который мы кое-как разобрали. И вроде бы это вы, но я сомневаюсь. И поэтому задаю еще раз вопрос. Вы покупали сыр финский 45% хоть раз в жизни? Да, купил. Давно, по-моему, уже. Ну, 4 июля примерно, да? Часа в два. Нет, нет. 4 июля. Друг мой, я вас от всей души поздравляю и отпускаю вас с миром. С вами свяжутся сотрудники службы безопасности, видимо. Там уже будут разбираться, что же, черт возьми, сейчас происходило. Но, ну, хорошо, хорошо, мой друг. Я вас поздравляю от всей души. Я надеюсь, что это действительно тот самый человек, который выиграл только что год бесплатных покупок. Ну что, финалочка? Да, мы когда вручаем сертификаты, мы все равно проверяем все моменты более детально. Формальные условия соблюдены, позвонили, человек ответил. Ну да, как бы, ну а там если, ну, да, ну, все остальное, ну вроде, уже не принципиально. Вроде все цифры. Давайте, я копаться не буду. Ну что я постоянно, откуда-то достаю эти чеки? Вот моя рука, я никуда не смотрю, просто вот так опускаю и вот так беру чек. Вот просто, я не знаю, что попалось мне. Финалочка, так сказать. Все ли верно? Да. Отлично. Республика Хакасия у нас тут на проводе. Республика Хакасия, Так, ребят, смотрите. Посмотрите внимательно на чек, чтобы все было четко, правильно. Зовут Алла, да, я так понимаю? Да, судя по всему. Да, Алла Борисовна. Так звали мою учительницу по литературе. Последние три цифры номера. Ух ты. Так, стоп. Я все-таки хочу разобраться. Смотрите. 7753. Угу. Все, просто дописали очень непонятным почерком. Да. Так. Да что ты, нервы, ребята, нервы, извините. Нервничаю очень. Сейчас. Так, набираю. Ага. 77-53. Итак. Гудок не пошел. Вот послушайте, как это все выглядит. К сожалению. Перенабираем. Еще раз. Семь, семь, пять, три. Пожалуйста, включите, что у нас происходит. Номер занят, мне говорят. Да. Третий раз набираем. Так.
Ох, бросайте трубку. Ох, ну, бросайте да. трубку, Алла Борисовна. Да что такое? Занято. Занято. У нее занято. Три раза звонили. Ну, формально, ну, да. Все, формально по условиям акции человек должен так, ответить. Ладно, все, давайте. Времени нету. Я беру вот этот чек. Вот. Показываем, что это он. Все окей. Так, смотрите, проверяйте, все ли хорошо. Нет, к сожалению, Максим, здесь нету ни ФИО, ни телефона, условия акции не выполнены. Все, перетягиваем. Осторожно. Берем вот такой. Так, а какой? А, это не чек, это просто не чек, его, да, это какая-то? Кредитная карта. Так, смотрите, все окей. Квиток. Даю. Да, все ага, хорошо. Все хорошо. Можно звонить. Так, времени мало. Звоню. А 919. Иван Иванович. Иван Иванович. Иван Иванович. Иван Иванович. Ну, давай. Гудка нет. Гудка нет. Так, телефон абонента недоступен. Да что ж ты будешь делать? Почему? На последнем. Почему на последнем все это происходит? 919. Фух. Иван Иванович. Ну нашли время на даче-то сидеть, а? Вообще тишина. Телефон абонента временно не доступен. Еще раз. Третий раз, да. Еще раз. Так. Я вам чек отдаю на всякий случай. Гудка нет? Нет. Недоступен. Взяли еще один чек. Какая-то ерунда. Это не чек. Да? Ну, нету, да. Ну, это нету не, ничего. Не акционный нету чек, данных. К сожалению. Взяли вот этот чек. Здесь все есть. Давайте скорее. Нам нужно успеть все это да? сделать. Здесь да. все выполнено. Так, звоним. Что-то как-то прямо у нас. Ага. Заотдыхались люди. Да. 8174. М. Есть гудок? О, да. Давайте. Подцепил? Алло? Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша фамилия начинается на букву Г и имя начинается на букву М. Да? Нет. Очень смешно. Не бросайте трубку, родная моя. Я думаю, надо. Ну, она ответила. Она ответила. Если бросила, ничего страшного. Ну, по думаю, условиям акции, если человек бросил трубку, это же. Да, это ничего страшного. Главное, человек ответил, значит. Тогда это хорошо. Человек. Тогда человек с фамилией Головина и инициалами ММ, мы вас поздравляем от всей души. Ну и что я спросил, на какую букву начинается ваше имя и фамилия. Зато по-честному, ваш чек я передаю Виктору Бахову, а он, собственно, с вами свяжется и подарит вам год бесплатных покупок. Виктор, спасибо, ребята, всем до связи.